Өздеріңізбен бірге жаңа Қазақстанды құруға кірістік. 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 Жаңа Қазақстанды жаңа Қазақстан в мусорку. Уже прошло более 5 лет, как Назарбаев поставил Токаева на свое место. Более 5 лет. В Южной Корее президентом страны можно быть только 1 раз и только 5 лет. Понимаете, что такое 5 лет? Но, наконец, народ стал понимать, что нет никакого жаңа Казахстана. Что это тот же самый Казахстан Назарбаева. 2030, 2050. Ни в одной стране такого нет. Такого нигде в мире нет. Такие же пустые слова и обещания, как при Назарбаеве. Единственное, что у нас поменялось, это то, что дороги стали хуже, наводнения более опасными и разрушительными, пожары более масштабными. Замерзать стали не отдельные районы или дома, а целые города. Воровать стали еще больше и с размахом, нагло и открыто, не опасаясь никого. Токаев отдал бесплатно Путину крупнейшее в мире урановое месторождение Буденновское стоимостью в 16 миллиардов долларов США, получив при этом откат в размере 750 миллионов долларов. Что такое 16 миллиардов долларов? Это 8 годовых бюджетов 2-миллионного города Алматы. То есть на эти средства 16 миллиардов долларов Алматы может жить 8 лет. Токаев отдал Карагандинский металлургический комбинат стоимостью свыше 8 миллиардов долларов бесплатно олигархам Путина. Он также передал ключевые нефтяные месторождения в Западном Казахстане российским компаниям. Таких действий, когда за бесценок отданы олигархам Путина аэропорты, месторождения и другие промышленные активы, огромное количество. Токаев масштабно ворует сам со своими родственниками и приближенными. Но что более опасное и страшное, он сливает Казахстан, нашу независимость Путину. Чтобы спасти свою власть, он привлек войска Путина в январе 22 года и приказал расстрелять сотни мирных граждан, включая и детей. Дорогие сограждане, вам обещали лучшую жизнь, новый Казахстан. Вам обещали рай, и пока вы верили и ждали, вас обманул человек, который 30 лет был слугой Назарбаева и членом его банды, организованной преступной группы ОПГ. Что теперь делать? Как все это изменить? С чего надо начинать? Скажу так, начинать надо точно не с себя. Пока вы обвиняли себя, слушали слова Назарбаева, что казахи ленивые, что надо много работать, что надо купить 2 коровы и трудиться. Пока вы работали на нескольких работах, пытаясь прокормить свою семью и делая вклад в развитие страны, платили налоги, работали за ничтожные деньги, а в это время Назарбаев, Токаев и вся политическая верхушка разворовывали ваши налоги, которые должны были быть направлены на улучшение вашей жизни и жизни ваших детей, улучшение дорог, образования, достойной пенсии, зарплаты, жилье и так далее. Эти средства и богатства страны распихивали и распихивается в те же карманы и сейчас, как при Назарбаеве. За последние 2 года только состояние Тимура Кулебаева и его жены Динары увеличилось на 5 миллиардов долларов. То есть они и при Токаеве становятся все богаче и богаче. Нет никакого нового Казахстана. Назарбаев поставил на должность президента Токаева, и он грабит страну совместно с близкими Назарбаева. Рыба гниет с головы. И начинать надо с Токаева и Назарбаева, а не с себя. Во время Кантара мы были очень близки к тому, чтобы оторвать эту гнилую голову режима Назарбаева-Токаева и снести всю эту протухшую преступную власть. Нам не хватило только одного – организованности. За более чем 30-летнее правление Назарбаева-Токаева была уничтожена и подавлена оппозиция внутри страны. Ее лидеры были убиты, посажены в тюрьмы или изгнаны из страны. И когда настал час X, люди не знали, как мирно сменить режим и что нужно делать, чтобы добиться ареста Токаева.
Токаева, Назарбаева и всей коррумпированной политической верхушки. Это позволило Токаеву удержать свою власть при поддержке Путина. Час Х наступит снова и очень скоро, но на этот раз люди должны четко и ясно знать, что делать, как действовать. В новый час Х у массового протеста, революции должны быть сотни лидеров во всех городах. Час Х активисты должны иметь спутниковые телефоны, рации. Свои действия они должны координировать со штабом, находящимся за пределами страны. Активисты должны вывести за собой тысячи подготовленных людей, также привлечь на сторону народа не менее 10 тысяч силовиков с оружием. Все это мы сможем сделать. Но для этого нам нужен ваш финансовый вклад, инвестиции. Я поясню, почему это не пожертвование, а именно инвестиции. В течение одного года мы выгоним эту власть с вашей помощью, а ваши инвестиции мы вернем вам со стократным коэффициентом. Наша задача — собрать 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге. Из этих средств мы будем платить 3000 профессиональных революционеров, организаторов массовых протестов, чтобы они совместно 4000 ячеек, в которых будет 20 тысяч активистов, вывели на улицы городов не менее 200 тысяч человек, а также перетянули на сторону народа 10 тысяч силовиков с оружием. Так мы организованно и мирно свалим режим Назарбаева-Токаева. Ссылка внизу на видео в YouTube объяснит, как можно сделать свой вклад в настоящий крутой Казахстан, заработать и добиться огромных перемен. Алга, Казахстан!